Улица Октябрьская, дом 70. В подвалах этого дома стоит вода. Это проблема не одного года. Прошлой осенью ее пытались решить коммунальщики, но так и не смогли помочь жителям, уверяет житель этого дома Александр Абазин. Мы встретились с ним в центре города. Какая-то фирма выполняла работы по понижению воды, но, к сожалению, все работы, которые были выполнены, они не дали практически никакого результата. Значит, в том подъезде, в котором я живу, вода так и осталась, только на уровне подвала. Вода стоит во всех подвалах этого дома и уже практически подбирается к первому этажу. А впереди весна. Жители волнуются. Нормальный дом в результате вот таких вот некомпетентных действий по водопонижению может привести к тому, что дом рухнет. Если нормально подойти ко всему этому, дом сам по себе, если провести определенные работы, его можно спасти и восстановить. Жильцы пятиэтажки намерены обратиться в суд с требованием восстановить их права на безопасное проживание в этом доме. Татьяна Баловнева, Анжелика Бурвинок. Наше время.